Всем привет! Большой бубен 550 миллиметров с таким вот плетением в виде ромбовидного креста. А, несмотря на свою величину, достаточно легкий, потому что здесь опыт из ореха. Орех легче, чем другое дерево. Вот, видите, он очень легкий и достаточно басовый. Хороший бас у него за счет его размера. Давайте посмотрим на его возможности. Это была игра рукой, игра колотушкой. Здесь специальная колотушечка с мехами, которые выдают дополнительный звук, если играть при определенных движениях. Ну, поехали, колотушечка. Такой вот мощный бубен на 550 миллиметров, опыт орех, глубина 65.